Сегодня мы готовим мясо дикого кабана. Мясо вымачиваем сутки в воде с уксусом. Режем и обжариваем на оливковом масле. 5-6 минут. Добавляем соль, перец, свежий розмарин, воду и тушим 45 минут. Затем добавляем вино и тушим еще 15 минут. В это время делаем кисло-сладкий соус. В блендер добавляем абрикосовое варенье, персики, сироп, уксус, кукурузный крахмал, соевый соус, горчицу, чесночный порошок и соль. И хорошо перемалываем. В сотейнике нагреваем, добавляем воду и готовим 5 минут до загустения. Соус остужаем и подаем. Помните подписчицу с фазаном? Так вот, мяса дикого кабана у нее тоже нет.